Как дела, как дела? Это новый Кадиллак. Еще одно утро. Эй! Ты где? Укрылся, чтоб тепло было. Сын, просыпайся! В школу пора! Давай! Ау! Ха, столько на себя накрыл, чтоб греться! А ну! Пора вставать! Ух ты! Ой-ой-ой, а где это я? Ты дома. Вот, дома? Не дома. Дома? Не дома. Все. Тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь. Можно потише уже? Какой потише? Вставать пора. И вообще, со счета меня сбил. Как теперь мне заново все это пересчитывать? А что ты так празднично одет? Потому что и ты празднично одет. Ну, у богатых людей вообще каждый день праздник. Нужно сделать зарядку, потому что все равно холодно. Повторяй за мной. Молодец! Иди лучше зарядку делать! Опа! Давай! На тебе вот вес! Вес нормальный! Отлично! И вторую! Спорт — это хорошо! Это сильно! Нужно идти чистить зубы! Хорошо. Стоп! Ты зубную щетку забыл? Так у меня там есть нормальная. О, ну хорошо. Давай, я пока тут подмету у себя в доме. Эх, тяжело, когда у тебя бедный папа. Ставь лайк, если ты не хочешь быть бедным. Как классно, когда у тебя богатый папа. Напиши в комментариях, кем бы ты хотел быть? Богатым или бедным? Мой любимый сын, ты же знаешь, что зубную щетку нужно менять часто. Ну да. Да, поэтому тебе новая зубная щетка. Ну, да. Это на сегодня, а на завтра уже другая. Да. На послезавтра. Да. На послепослезавтра. На послепослепослезавтра. На послепослепослепослезавтра. На после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 завтра. То и купим уже отдельно. Понял? И какой же чистить? Вот тебе, сынуля, порошок. На. Что это? Не зубной порошок, а стиральный снова, да? Это экономней. Бери, не стесняйся, ничего страшного. Пузыри будут, но привыкнешь. Подожди, ну можно мне тогда хотя бы другую щетку? А чем тебе это не нравится? Красивая щетка! Нет, ну просто мы и полы ею моем, и кастрюли, и теперь еще и зубы. Ух ты, какой ты молодец. Ладно, если хочешь... Я дам тебе свою, почти новая. На. Нет, я лучше свою, это оставь себе. А чё, такая хорошая? Алло. Папа, а когда у меня будет уже нормальный телефон, на котором там можно в игры играть? Игры, телефон для того, чтобы звонить. А у тебя даже лучше, у тебя рация. Алло, прием. Папа, меня снова в школе побили. И все, я бегу сразу к тебе, от тебя сразу в поликлинику, и все. Но у меня уже достало играть в эти простые игры. Может быть, надо создать свою игру? Идея! Может, действительно? Слушай, давай спросим у зрителей. Да? Ребята, если вы хотите настоящую игру от Boys and Toys, то просто перейдите по ссылке в описании и вот там нажмите «Хочу игру». Узнаем, если много людей хотят и много людей перейдут по ссылке и нажмут кнопочку, то тогда сделаем свою игру Boys and Toys, да?
Сынуля, скорее завтракать! А сейчас угадай, что же у тебя на завтрак? Ну, хлеб, как всегда, да? Хлеб? Давайте посмотрим, что в черном ящике. О, какой ты у меня гений, угадал. А ты у меня такой бедный, что только приходится хлеб есть. Я не просто бедный, а еще и... А еще и богатый? Какой богатый? Экономный. Давай. Я этот хлеб нашел в парке. Птичкам положили, ну они еще где-то себе найдут, а он почти не испорченный. Так что приятного аппетита! Угадай, что же сегодня будет на завтрак? Только не черная икра. Я понял, что ее хватит, поэтому сегодня ты будешь завтракать как самый-самый обычный ребенок. Без черной икры. Готов увидеть, что тут? Да! Красная икра! Никогда не видел красную икру! Я тоже мечтаю попробовать. Что давай, это лучше такое? Ты. Ага. Это такое для бедняков, да? Ага. Вообще это съедобно или нет? Давай попробуй. Наверное, нет. Ты первый, а то мне себя жалко. Ну как? Фу! Повар! Подавайте черную икру! Это убирай в мусорник сразу! Папа, ну может быть, хоть когда-то хлеб поедим? О, хлеб? Ну, хлеб это не для богатых! Нет, нельзя нам хлеб! У нас от него это не сварение будет, нет! Кушай хлеб! Подожди, а можно мне деньги в школу? Ну то зачем деньги в школу? На обеды я хочу там булочку купить. Какую булочку? Булочка дорого. Смотри, что я тебе приготовил. Смотри. Оп! Вот китайская вермишель будет. Там найдешь кипяток, попросишь, и все. А ты говоришь, деньги. О, это лучше, чем деньги. Ну, тоже подойдет. Папа, подожди, а ты пробовал когда-то икру? Икру? Конечно нет, это мерзость. Икра – это нерожденные детки рыб. Да! Что, правда? Все говорят, что это вкусно. Ой, это обманывают. Обманывают, чтобы больше денег. Быстрее в школу, портфель нужно забирать. Давай. Кстати, я приготовил тебе в школу обед. Смотри, что тут. Папа, а можно мне не деньги, а что-нибудь поесть там? Нет, это даже лучше. Ты пришел в школьную столовую и сказал «Всем шампанского!» Или нет, у вас там «Всем компот!» И все счастливы, все нормально. Папа, ну это отстой! У нас так все в школе делают! Вот видишь, какая хорошая школа! Поэтому быстрее собираться! Давай скорее! Ой, книги! Ой, упал что? Дневник слабака! Твой дневник! Ну да, это мой. И вот тебе портфель! О! А ты знаешь, есть же такие рюкзаки, которые вот так вот... Ну ты даешь! Теперь будешь в руках носить. На! Папа, почему у меня рюкзак Луи Виттон? А что, это уже не модно? Ну, если хочешь, можем купить Гуччи или Гермес или Биркин. Выбирай! Да нет, просто сюда учебники не влазят. Ха-ха! Так какой год на дворе? Какие учебники? Все уже в электронном формате. Не надо надрывать себе спинку. Все, давай, вот у тебя нормально все тут есть. Все учебники, все ответы на все задачи. И еще и в игры можешь поиграть. Да, игры это хорошо. Папа! Я их ношу уже с первого класса. Он не одевается. Уже не одевается? Угу. И что же делать? Ну так
Может быть, нужно купить новые? Что? Купить? До этого мы не отпустимся! Слушай, надо что-то придумать. Есть идея! Вот теперь должны подойти. Мерей. А что изменилось? Изменилось многое. Теперь будешь носить и в институте, и в школе, и потом на работу. Вот, универсальные. Ну как? Нравится? Красота! Папа, ну подожди, все же будут смеяться. Ой, чего это будут смеяться? Ты же знаешь, встречают по одежке, а провожают по уму. То есть теперь меня и встретят плохо, и проведут плохо, да? Папа! Что такое? Нит и Джорданы уже начинают давить. Давят на ноги? Да. И что будем делать? Папа, может быть, надо купить новые, побольше? Я забыл! Мы же уже купили тебе на вырост, уже на все размеры, которые только будут. Поэтому идем, покажу. В общем, вот тебе рост размера. Вот Adidas, Nike, Benetton, Balenciaga, Puma, снова Balenciaga. Вот такие Gucci, вот такие Dior, вот такая Puma, вот такие Nike специальные, вот Nike Max, вот LeBron James, вот тебе Off-White, вот Jordan и прикольные классики, вот тебе Louis Vuitton, снова Off-White, Balenciaga и LeBronчики вот такие. Да, классно! Должно хватить, думаю. Ну, если не хватит, поедем еще в магазин. Внимание, сюрприз! Сын, закрой глаза! Так я же и без очков вообще ничего не вижу. Ладно, на-на-на-на! И сегодня же у тебя день рождения! Вот тебе! О! На все деньги купил подарок! Очень-очень полезный. Ну, раскрывай скорее, но не порви. Потом тебе заверну и в следующем году что-нибудь. Видишь, что даже Дедушка Мороз. Чего? И на Новый год. Давай-давай, интересно всем увидеть. Что же там? Ой, сейчас будет красота. Чего? Гречка? Пачка гречи! Ты доволен? Да! Не дышите. Ура, ура, ура! Видите, у тебя хорошее настроение! Поэтому прямо сейчас сюрприз! Это какой еще сюрприз? Еще один! Поскольку мы не можем себе позволить пойти на концерт или куда-то еще, я решил сюрприз приготовить собственноручно и собственно вот ртом. Я спою песню одного известного исполнителя. Готов? Хорошо, все для тебя. Как дела, как дела? Это новый Кадиллак. Делай деньги, делай деньги, делай деньги. Вот так. Хорошо спел. Нравится? Спасибо. Тогда еще один песенный шедевр. Чуть-чуть перефразирую. Выиграл в города, заработал денег. Ныне мою жену вывозит новый велик. Йоу, класс, класс. О, сын, конечно же, мы не забыли про твой день рождения. Этот знаменательный день, поэтому сегодня вечеринка на яхте. Именно там будет петь Моргенштерн, Крузенштерн, Человек-пароход и все остальные. В общем, все будут петь. А теперь, внимание, подарок от меня. Держи. О! Ты недоволен? Подарок от меня! Ой, еще так! Подарок это уже от получше! Меня. Ну вот, вот! О, как ты, вот это да, нормально! Вот. Отлично! Ты доволен? Пап, ну я думал, ты хоть раз сделаешь какой-то креативный подарок своими руками от души! От души руками, да? Вот да. Так по-настоящему? Да! Ладно, хорошо, а ну дай! Дай сюда, секундочку. Что и это? Вот, 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 вот. И буква Д. Давид, с днем рождения! Вот, своими руками, от души. Кстати, какие у тебя сегодня уроки? Ну, математика будет, русский язык и что-то еще не помню. Надо посмотреть расписание.
у вас сегодня замечательные уроки. Это и алгебра, и геометрия, и алхимия, и конный спорт, древнегреческий язык, фехтование на рапирах, на саблях, на шпагах и на катанах, уроки игры на клавесине, гончарное дело. Это что такое? Мы за что платим так много? Да все нормально, все классно. А где обычные уроки? Где там, ну не знаю, русский язык какой-нибудь там, литература? Простое пение, а не пение оперное. Так ты же сам выбрал дорогую школу. Ну да. Там обычных уроков не бывает. Все, быстрее, охранник и водитель ждут. Ой. Ну что, хорошего пути в школу, все-таки 30 километров тебе ехать. Спасибо. Подожди, а можно мне когда-нибудь, может быть, на день рождения или там на другой праздник, новый велосипед? Новый? Ты что? Смотри, еще не сильно коленки у тебя торчат. Ну... На этом велике еще я был маленький, ездил. Поэтому он еще должен твоим деткам остаться. Поэтому все, давай. Ну все, пока. Это что такое? Пап, ты можешь на велосипеде в школу поехать? Это же небезопасно! Ну а я шлем одену. Какой шлем? Я имею в виду, это не бронированный велосипед, а там тебя ждет уже Mercedes S-класса, бронированный. И охранник, и водитель ждут тебя. Давай, быстрее получай знания. Ха, велосипед. Папа, а если бы мы были богатыми, мы бы были счастливыми? Конечно, могли бы все себе купить, купить, купить. И да, классно. Ставь лайк, если не хочешь быть бедным. Нет, на самом деле богатым быть очень сложно. Да. Бедным, знаешь, все хотел себе купить, там купил ее, а теперь что делать? Да? Друзья, напишите в комментариях, на самом деле, богатый, бедный или средняя богатости, бедности. Как тебе по приколу, да? Поставь лайк обязательно. До встречи в новых выпусках.